Теремок ТВ. Полетели! Жила-была царевна, которая очень любила летать на самолете. Мы самолеты! Вот только сидеть на одном месте царевна совсем не любила. Внимание, пассажиров рейса 577. Вылет задерживается на 2 часа. Внимание, внимание, вылет задерживается на 2 часа. Это что же, значит, мы никуда не полетим? Конечно, полетим. Просто нужно немного подождать. Развлекали царевну как только могли. Предлагали ей книжки, вкусняшки, пластилин и даже мультики. Но время все тянулось и тянулось, и царевне не сиделось на месте. Ну когда же мы уже полетим? И пришлось царевне самой себя развлекать на свой вкус. Пассажиры рейса 577 приглашаются на посадку. Ура! Кошмар, какой избалованный ребенок! Простите. Безобразие! Фу. Извините. Держи. Спасибо. В самолете царевне все было интересно. Ой, сколько кнопочек! А это что? А это зачем? Что? И здесь этот несносный ребенок? Простите, пожалуйста. Сядь, царевна. Это лампочка. А это вентилятор. Только вот беда. В самолете снова пришлось сидеть. Наш самолет готов к взлету. Ура! Просим вас занять свои места и застегнуть ремни безопасности. А скоро мы прилетим? Ну мы же еще даже не взлетели. У вас все в по... в порядке. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку. За бортом прекрасная погода. Желаем вам отличного дня. Мы что, уже прилетели? Так быстро? До свидания. Надеюсь, вам понравился полет? Очень понравился. Я тоже решила стать стюардессой, когда вырасту. Ой! Или пилотом! Чтобы стать пилотом, надо хотя бы уметь сидеть на одном месте. Ничего, когда я был маленький, я тоже бегал по самолету. Да ну, правда? Да, представляешь. С тех пор царевна старается в самолете сидеть спокойно. Учится быть терпеливой
как командир корабля. Гонщица! Жила-была царевна, которая любила кататься на самокате. Царевна, не уезжай далеко. А вот соблюдать правила дорожного движения ей совсем не хотелось. Царевна, подожди, осторожней! Царевна, стой! Там дорога! Стой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ох, спасибо вам! Раз не слушаешься, то и кататься больше не будешь. А! Самокат-то мы новый купим, а вот царевна у нас одна. На дороге опасно, дочка. Мы очень за тебя испугались. Да и на тротуаре опасно. Если там царевна. Ha 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 ha
С тех пор царевна на дорогу не выезжает и катается осторожно. А мама с папой тоже научились кататься, чтобы не отставать. Стоп! Дорога! Попрыгунья. Жила-была царевна, которая любила ходить в игровые центры. Она просто обожала прыгать на батуте. Пап, смотрите, как я могу! Молодец! Здорово! А еще ей нравится лазать по лесенкам и кататься с горок. И нырять в бассейн с шариками. Но вот беда. Увести царевну домой было никак невозможно. Царевна, беги ко мне. Мы едем домой. Не хочу. Пойдем, царевна, пора. Нет. Пойдем, дома тоже интересно. Поиграем в игрушки. Мне и здесь хорошо. Царевна, вылезай, мы уходим. А я остаюсь. Через 5 минут закрываемся. Прошу всех покинуть площадку. Ну вот видишь, пора. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Приходите завтра. Ах так. Царевна, где ты? Выходи. Мы закрываемся. Всем пока. Пока. Приходите завтра. Ой, а где же наша царевна? Наверное, она уже убежала. Царевна! Подожди! На сегодня все. Завтра приходи. Все дети любят развлечения. Раз, два, прыгай!
сердце устало. Как же ты нас напугала! Где ты была? Я все прыгала, прыгала и так устала. Я домой хочу. Царевна, нам уже пора. Еще раз скатись с горки и домой. Ладно. С тех пор царевна до упаду больше не прыгает. Силы бережет. А теперь домой. Жила-была царевна, которая боялась ходить к врачам. Ну давай же, деточка, открой ротик, скажи «а». Ну скажи «а», доченька. Скажи «а». Не скажу! Уж как только царевну не уговаривали. Но это же совсем не больно. Чего ты боишься? Вот смотри на меня. Я совсем не боюсь. Вот так. Ага, не больно. Как же, знаю я вас. Сначала скажи «а», а потом уколы ставят. Вот смотри, это же очень интересно. Помнишь, как мы с тобой играли в больничку? Можно послушать. Можно поставить градусник. Или укольчик. Ой. Вот-вот, вам бы все уколы ставить. Поиграть я и дома могу. Настоящие врачи для этого вовсе не нужны. Вообще не нужны. Пойдемте отсюда. А все-таки врачи очень даже нужны. Да ну! Врачи плохие! Да нет же, дочка. Врачи добрые. Они лечат людей. Даже собаки ходят к врачам. Даже наша собака понимает, что от врачей одно зло. Подуть!
Спасибо. Вы, оказывается, вовсе не злой, а добрый. Ха, на здоровье. Рассказать я вам хочу. Для чего ходить к врачу? Чтобы не был нос простужен, нам хороший доктор нужен. Чтобы животик не болел, ведь у нас так много дел. Доктор, доктор, помогите нас скорее полечите. Врачи совсем не страшны, врачи совсем не страшны, врачи совсем не страшны, а очень даже классные. Рот открыть нам доктор просит, смотрит ушки, смотрит носик, а еще проверит рост, чтоб малыш здоровым рос. Доктор, доктор, запишите, мы уже совсем. С тех пор царевна не боится врачей и даже сама мечтает стать врачом, ветеринаром, чтобы лечить зверей. Не бойся, давай я тебя послушаю. Это не больно. А теперь укольчик. Эй, ты куда? А как же укольчик? Постой, не убегай! Это же для здоровья! Жила-была царевна, которая не хотела ходить в детский сад. Царевна, просыпайся, пора в садик. Я спать хочу. Царевна, вставай, в садик опоздаешь. Не пойду в садик. Ну вот и как тут быть? Как же царевну в садик отправить? Говорят, что я ребенок вредный. Нет со мною никакого сладу. У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше шоколаду. Дайте мне побольше, дайте мне побольше. Буду кушать, наслаждаться. Буду с горки я кататься. Только мне не предлагайте умываться. Нет! Не хочу в садик! Песенка, будилка, нашу детку разбуди-ка, чтобы утро не проспать. Надо утром танцевать. С добрым утром, с добрым утром, пора вставать. С добрым утром будем танцевать. Это песенка, будилка, нашу детку разбудила, чтобы утро не проспать. Надо утром танцевать. Ну вот,
А теперь пора собираться в садик. Не хочу! Но ведь в садике интересно. Там твои друзья. А я... А у меня живот болит. Ох, как болит! Ай! Ой-ой-ой! Ой, что это? Чем это так вкусно пахнет? Ух ты! Какао! И блинчики с сгущенкой! Ням-ням! Обожаю! Но сначала умываться. Беги скорей, как раз и какао сварится. Что, и живот больше не болит? Ой, и правда, кажется, не болит. Ой. Вот-вот. Царевна, пора одеваться, а то в садик опоздаешь. Вот. Но там же тучи! Сейчас дождь начнется! Нельзя мне идти в садик! Я же сандалики промочу! Это дело поправимое! Вот! Но как же так? Это же нечестно! Я... Песенку споем, ля-ля-ля, и, конечно, подрастем.
Понравилось тебе в садике? Да, мы так здорово играли! А можно я завтра снова в садик пойду? С тех пор царевна ходит в садик с удовольствием. Ведь там всегда очень весело и интересно. Говорят, я вредная девчонка, и мои капризы надоели. Лучше послушайте, ребенка, дайте покачаться на качелях. Дайте покачаться, дайте покачаться. Буду я летать по небу, мам, не жди меня к обеду. Так и знай, ни суп, ни кашу я не буду. Нет. Говорят, быть плохо непослушной, только я нисколько не согласна. Если буду маму с папой слушать, вкусно станет им со мной ужасно. Я стараюсь быть такою, чтоб, качая головою, не соскучишься с тобой, и говорили.